Еще чуть-чуть, Мерегей, мы долетим. Держись крепче. Как ты думаешь, мы быстрее, ребят, прилетим? Да стопудово. Так почему мы летим по дороге? Мне только мне надо дозаправиться в Береге. У меня кончается топливо. Береги, отпусти, я устал на животе лететь, дай перевернусь. Все, хватайся, полетели. Ох, и полегче стало, нормально. Ты так главное говори мне, куда там поворачивать, слева-право. Чуть-чуть правее, давай. Хорошо. Сюда, наоборот, левее. Хорошо, сюда. Почему ты в другую сторону хочешь? Вот мы и прибыли в город Ярославль. Ребята, надеюсь, полет с нами вам доставил удовольствие. Надеюсь, что нашими авиалиниями вы воспользуетесь и впредь. До свидания. Мы пошли готовиться к концерту. Смотри, ребята тоже подъехали на автобусе уже. Смотри, насколько мы их обогнали, да? А ты, кстати, поснял, когда мы их пролетали мимо? Нет, я, кстати, не успел. В смысле? Мы слишком быстро летели. Это самое клевое было бы. Мы слишком быстро летели. Ты же еще сказал, что на них воду вылил сверху. Это была не вода. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Sprang my new chain. I feel cocaine. Саш, мы пошли в ресторан. Зачем ты взял с собой банан? Есть один тут недоброжелатель. Это лет 5 назад я приезжал в отель. Один кабели на мой чемодан мой уронил и разбил мне прибор. Если он сейчас еще там работает, я... Люшка, вы мне не принесли кружечку для чайка. Что принесли? Чайника 2, кружка 1. Опасность. Пахнет ашотом реально. Яйцом этим. Раз, два, семь. Ну и тоже говорю. 5, 6, 7. Раз, два, семь. Знаешь, что ты на гномика похож? Я сказал, знаешь, да? Я только сейчас поняла. Это из-за бороды. Она у тебя ровно как у гномика растет. Из шапки эти уши торчат. Для меня Денис похож, знаешь, на кого? На сына Тараса Бульбы. Вот он по описанию вот такой вот. Как ты готовишься к концерту? Я стараюсь размяться. А ты разминаешься? Ну ты со стейдика бегаешь 2 часа. Да. Не разминаешься? Разминаешь. Доверяешь, что себя потом мажу. Тремор – это профессиональное, да? Да. Вы просто не видите, но он держит стадикам, и из-за этого у вас ровная картинка. А так? Он сейчас вот такой стоит. Это камера, как голова, это типа... Курица. Курица, да. Продолжим. Эмбиент микрофоны. Thank you.